Злоумышленники зарегистрировали на подставных лиц две организации, сферой деятельности которых было оказание юридических услуг гражданам. Под предлогом защиты прав клиентов и правового содействия при оформлении различных социальных выплат, пособий и пенсий подозреваемые получали от них денежное вознаграждение. В случае отсутствия у клиентов собственных денежных средств для оплаты юридических услуг им предлагалось взять кредит в банке, а злоумышленники получали возможность расходовать кредитные средства, в результате чего у граждан дополнительно возникали долги перед банками. Следствием установлено, что все заявленные услуги и обязательства по их исполнению со стороны подконтрольных подозреваемым юридических организаций не выполнялись. Для придания видимости законности и масштабности деятельности фирм на работу в них приглашались выпускники и студенты юридических вузов Саратова. Предварительный ущерб от деятельности злоумышленников составил более 500 000 рублей. По выявленным 18 эпизодам мошенничества следственной частью Главного следственного управления ГУМВД России по Саратовской области возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. Уголовные дела соединены в одно производство. В настоящее время сотрудниками полиции реализуются комплексы оперативных мероприятий и следственных действий, направленных на установление новых эпизодов незаконной деятельности фигурантов и их возможных соучастников. Расследование уголовного дела продолжается. Денис Желтов, Андрей Багаев, Расул Ибрагимов, дежурная часть, Саратов.